Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить дополнение к Skyrim of Elskar. В прошлой серии мы пробирались по пещере бандитов. Дальше, судя по всему, пойдем по крипте Драугров. А потом уже будут Двемеры и Фаунеры. Ну, скорее всего, так. Мы же все-таки собираемся проникнуть в Двемерский город. Под Двемером я, само собой разумеется, имел в виду двемерские машины, потому как гномы-то вымерли. Так. Чё, ребят, подъем. Ты чё, меня фусрудой чуть не убил? Дебил, что ли? Ну, в принципе, предсказуем. Открывай. Я думал, это факел. Fuck the shit. Даже не думай. У меня все посчитано. О, смотри, угадал. В этой темноте почти ни хрена не было видно. Но я угадал. О, хорошо. Ну и... Понятно. Всем было насрать. Изначально. Ничего. Тогда давайте двигаться дальше. Тут чё? Ладно, тот сундук я даже открывать не хочу. Там все равно ничего ценного нет. Ты палач? Ясно, понятно. Что? Лисица? Что это такое? Что я открыл? А вот. То есть. Хорошо, пошли дальше. Пока что как-то неосознанно продвигаемся. Не вставай! Еще один. Хорошо. Хорошо, други. Че еще? Сохранячечку давайте нажму. Да всякое бывает. Ясно. Открывай, открывай, открывай! Что-то я куда-то залетел. Да поднимайся ты уже, господи. О! Сука. Ты откуда меня зафусрудашил?
Нихера себе. А вы ему дозвоны сильные? По крайней мере, меня так фусрудашить. Это довольно неплохо. Что за место? Так. Сильной рукой хранение нашего... Храните нашего лорда покой. Если если бродяга сюда забредет, задержит такую смерть, его ждет. Угу, понятно. Покойся здесь, наш повелитель, и горе тебе, приключение-искатель. Ну понятно, короче, ёпта, на выход. О, дергай. Подъемно. Я сам наполовину нежить, поэтому я не думаю, что вы мне вообще хоть какую-то угрозу будете представлять. Я вас просто кончу. Все. Бля. А, разоружение? Или что это был за крик? Сам Динах. Забрел, короче, куда-то. Ну чё, пожарник? Че он сжигается-то? Я все вдуплиться не могу. Мимо. А я, пардон, я провтыкал. А где тут этот лорд? Типа ихний повелитель. А вот этот, да. Силен, силен. Я тебя даже не заметил. Ну, ладно, давайте спускаться. Такс. Довольно глубокий колодец, на самом деле. А уже два уровня прошло. Третий уровень. Бона, мать. Серьезно, что ли? А вот двери. Чё это я? Все завалено. Ни хрена себе. И сколько я тут так спускаться-то буду? Я что, в недра земли, что ли? Путешествие в один конец, блядь. Что такое? Куда я пришел? А, понятно. Морозная пещера. И вижу колоды Двемеров. То есть, судя по всему, уровень с Драуграми мы уже прошли. Что ж, друзья Двемеры. Я, конечно, про вашу жадность наслышан. То, как вы любите строить. Очень и очень глубоко. Но не настолько же ж. Да, вот она, Двемерская крепость. Быстро я прошел предыдущий уровень. Надеюсь, с этим будет получше. Точнее, поинтереснее. Просто тупо месить драугров — это не прикольно. И тупо блудить по катакомбам — тоже. Вот были бы какие-то
Ну, не знаю, интересное событие, что ли. Это было бы, ну, покруче, ну, согласитесь. Золото, костяная мука, ну, чё тут может быть-то? Ну, да, двемерская сфера напала на людей. Всё. Люди мертвы. Сфера, не знаю, наверное, тоже. Или просто развалилась от старости, или ещё что-то. Ну, блин, круто. На самом деле круто. Дополнение интересное. Потому что оно, в принципе, ну, довольно гармонично вливается в сам Skyrim. И как официально его, наверное, можно продавать. Потому что, в принципе, оно не уступает тому же Даунгарду. Но там все-таки была история, а тут просто череда событий. Но со стилистикой у ребят все нормально. С чувством вкуса тоже. Не знаю, как на такой глубине они умудрились провести сюда свет. О, слово силы. Что за слова? Боевой дух. А, сука. Странный паук. Вот блин. Окружение хочет моя смерть. Охренеть. Вот это недолго. Мне совсем чуть-чуть осталось. Тут будет поход, ебать его мать, в самые недра земли. А нет. Судя по всему, вот он и заканчивается где-то здесь. Хотя, может, я ошибаюсь. Нас еще ждет парочка двемерских паровых центурионов. Откуда? Они прям уже начинают шарашить. Так, к вопросу о Двемером. Часть третья. Чё сюда приходил-то? Я хоть правильно иду? Ну... Отчасти. Ох, тут катакомбы, ё-ма народ. Где, куда эта хрень улетела? Где паровые центурионы? Не расстраивай меня, мать твою.
Подъем. Ох, хорошо добивание сработало. Сильная хрень. Сильная. Дейдрическая стрела. Давайте дайдрик возьмем, в принципе. Я мог бы себе накрафтить. Но они мне просто к костюму не подходят, по-моему. Стрела из драконьей кости, они довольно редкие, черт бы их подрал. Че там, дайдрик мне подходит под костюмчик? Ну, нормально, в принципе. Буду таскать дайдрик. Надо будет закрафтить себе, правда, а то у меня их маловато. Пока пускай будут ванитовые. Так, добыли книгу. А это, блядь, что? А, ну понятно. Это типа как... Ладно, не важно. Не буду вспоминать. Это та штука, с которой мы извлекали... Собственно, древний свиток. Дракон. Это все, что ли? А, не, это какое-то новое место. Я тут не был. Ладно. Погнали в янтарный ручей. Что нам скажут по поводу этой книжки? Ой-ой. Мертвый бандит. Какого хрена? Еще бандосы. Резная кольчуга. Бандиты. Какого хрена? You'll kill me if I tell you. And I'll kill you if you don't. Where are they? Говори, сука! Говори! Okay. Very well. Svegard. I'm on it. Too soon. You are here at a convenient time. Did you find the book? Ingvar has crossed yet another line. He attacked the town and while we were out fighting his men, more snuck in and they took Hjalma and Vilhard. They took them away from me. We are going to get them back. Please, tell me you found the book. Ну, конечно, нашел. Чё вообще за вопрос? Finally, good news. Thorlo, he got it. Take a look at the book. Hmm. Interesting. Yes. So, ты ему книжку отдай, балбес. What does it say? Hmm. Good news, everyone! Does it have what we need? Yes. It lists the location of the heart chamber and much else. This is wonderful! Great. Then let us not waste any more time. We are going to Fort Yeru to save my wife and child. Of course, my Jarl. We are ready. Mm-hmm. Shall we meet near the fort to plan the attack? Yes. That is what we'll do. Will you help us attack Fort Yeruk and save my family? Говно вопрос. Thank you. You are a virtuous warrior, my friend. Meet us at the base of the cliffs below Fort Yeruk. We are going to break in and get my family back. Mm-hmm. Ага, то есть это был план сейчас, да? Форт Ярок. Йорук, пардон.
Чё, пешком побежим, ебать? Отсюда быстрее будет. Упс. А я уже ухожу. Так, давайте подождем до утра. Тут что-то как-то темно, пипец. Я бы, конечно, мог бы палаточку поставить, костер развести, ну да ладно. Не будем терять времени, просто постоим, повтыкаем на звезды. Бля, не особо светло. Ну ладно, день просто какой-то пасмурный. Ну чё там? Вы уже добрались? А форта на карте все как не было, так и нет. Ну тут надо реку перейти. Брод, как же ещё? Зайчишка тут сваливает. Что это такое, олень? Вроде опасных зверей нету. Непуганный какой. Let Agna know when you're ready. I hope you're ready. Because we don't have any time to wait. We are going in now. This is an old sewer entrance. We are hoping that it is lightly guarded, and that we can get in without alarming the whole fort. Go. Я думал куда-то туда в дырку прыгать. А нет, все попроще. Дай пройти, сука. I let you do that. No. Okay, I'll get it too soon. Done. You do not belong in Falskar. Yeah, a little help, Olgar. Think you've got what it takes? How dare you? You don't stand a chance. Just die already. I don't want to die. Сука. Че попало? This ain't worth it. С кем вы там деретесь, мать вашу? Give you that one. You are so by the knife! You'll have to do better than that. Bring it on, you know what it takes? You're quick, aren't you? You're no match for me! I'm leaving. But you won't land another like I can't wait to look through your pockets. You're going to try to go with that Sovngarde. Слышь, мутень. Я не вижу ни хера. Why? I don't wanna die. Что значит ты не хочешь? А надо? Сюда шифтуй. Going around in the dark back there. I knew it. Sovngarde can wait. That wasn't so bad. Ну чё, где там твои?
There you are. How unfortunate for you. Good one. Damn. Oh, give me that one. You win, I submit. That it? No. Так, что? Не все? The holding cells. They should be here somewhere. They're probably being held in the back somewhere. Good idea. Let's check there. Ну да, давай зачекаем. Hello? It's Daddy! I told you he would come save us! Agnar! Hjalmar! Vilhard! You are alright! Man, everyone's here! Mr. Thorlo, Svegard, Olgar, and you! You must be the Traveler! Man, these guys are in trouble now! Stand back, you two! Olgar, get the door! I'm on it! Ладно, занимайся. Get going. We have to get out of here as soon as we can. Ты что будешь стоять и думать, блядь? Well, they know we are here. So we don't have many options. We have sealed the door behind us so they can't ambush us. Which leaves us one exit. However, it is locked, and the one key we found doesn't open it. So, take the key and go through the door on the left. Maybe you can find another way out. We'll work on getting the door open. Let us know what you find. Get going! We have to get out of here as soon as we can. Вот это что ли? Не-не-не. Вот это дверь. Дверь слева. Did I hear something? What do we have here? Okay, I'll give you that. I go to Sovngarde. You've got lots of coin in your pockets. Ты отправишься в ад. I'm leaving. Ну ладно. How unfortunate for you. Why? Got me that time. Sovngarde can wait. I'm out of... Он хотел сказать что-то вроде «Савангард подождет, я сваливаю отсюда». Но не пошло. Нормально тут разбойники живут-то. Очень даже нормально. Столы, скатерти, дорожки. Что-то ты ошибся. Что-то ты ошибся, товарищ. Что есть? Только камушки. Да, абонит Лук Инферно. Неинтересно. You again? You may be able to break into my fort, but you'll never get the key. I'll crush your skull and feed your body to the wolves. Ты дуал? Чем дуал Берс? Как тебя поломало-то? Не, не гони. Да не, не может быть. What the fuck? You again? You may be able to break into my fort, дубль 2. But you'll never get the key.
I'll crush your skull and feed your body to the wolves! No. Not bad. Бля. Да простые амулеты вроде бы. Ничего такого. Я-то думал, будет что-то посерьезней. Прям такую даже аренку прикольную сделали. А он даже в ярость берсерка, по-моему, не впал. Ничтожество, проще говоря. Надеюсь, они еще живы. Не об этом спуск. Well, did you find anything useful? Because we got the door open. What? So then you had a run-in with Lieutenant Colgrim, I assume? Ну да. Wait. If he is dead, then the fort is without the commander. We have a huge advantage. What do you say we take out as many soldiers as we can? I have grown tired of Ingvar's games. Help us clear the base, then get the front gate open and meet us back in Amber Creek. Now let's move! You heard the travel. Nah. The lieutenant hey, mister. Is dead. Let's show these bastards what we are made of. Ну пошли, чё, покажем. Those bastards. Huh? We've got trouble. How we kill bastards. Watch it. Я вообще без понятия, чё это за добивание, но оно охеренное. Oops, sorry. Watch out. Ребят, дайте пройти. Не будьте, блять. Ну вы поняли кем. Mind yourself. Hey, what the hell? Yes! Damn! You're quick, aren't you? I'll give you that one. Че, куда пошел? Is that all you've got? Too soon! А где все? You're no match for me. That it? I failed. Where did you go? Found you. Stop! I give up. You got what it takes. You're going to cut me with your little knife. That wasn't so bad. Ну да. Это было вполне себе неплохо. Ну да ладно, давайте быстрее это дело заканчивать. А то я бы так этот форт вычистил под корень, в одиночку. А вы тут еще мне под ногами путаетесь. I knew it. You snuck that one in. Ладно. Die already! You'll have to do better than that. That's all you've got. Yeah, FPS упал какого-то хуя. What do you want to do? I don't want to die. Take this. So quick. Quick on. You'll have to do better. You're not welcome, son. Just die already!
Охереть. I let you finish it. I don't know. Pathetic, but... Come on! Damn it! I... failed. You're not welcome in Firesguard, Traveler. You don't stand a chance. I hope you've got the... No! You won't last long. Snap that one in. Think you got what it takes? Are you serious? You think you stand a chance? Why? You don't stand a chance. Okay, I'll give you that one. Орда тут, конечно, знатная. Что с ФПСом? Скорим, ты чё, ёбы дал? Ну вы сейчас видите счётчик ФПС, это пиздец. Как только выключаю запись или ставлю на паузу, сразу 60. Что за хрень? Ладно. Ну чё там уже, всё порешали или нет? Нихера. Запинайте его уже, ну. Тут ещё один. You're going to try to kill me with that little thing? Как он мой меч обозвал? Сука. Вы слышали, он говорит, ты собираешься меня убивать с этой маленькой штукой? Он такой, what? Мразь. Угу. Не сюда. Слышь, Инвар, по-моему, так тебя. Нихера у тебя бой, баба. Взяла топора. И пошла крошить, смотрю, черепухи. Отпирай ворота. Что надо сделать-то? Открыть главные ворота. Ок. Как?
Подняться на башню. Понял. Сейчас сделаем. Я что думал, что тут все попроще будет. Что такие врата огромные. Прошу прощения. Такие врата, блять, хоть ногой можно выбить. Ну да ладно. Судя по всему, тут цельный подъемный механизм. Get going. We have to get out of here as soon as we can. Угу. А ты куда? Убегать-то пошел. Агнар. What are you doing here? Oh, of course. Flocking to help the people. Что за броня? Что за броня? Хочу броню его. Fighting a pack of wolves. This is between you and me, Ingvar. Let my family and friends go. Не-не-не. Я остаюсь. But it really isn't. You asked for help from Thorla. Похоже, эбонитовая. Плюс немножко братьев Бури. If they die in this war, it's all on you. Don't listen to him, Agnar. Does he really still have you two wrapped around his finger? How long are you going to let him pull your strings, hmm? And what about your friend here, the prophetic traveler? They aren't even a Nord, yet they fight for you. Подожди, как я не Норд? Я Норд. I tell you what. I'll let your friends and family go, if you give me the keys. Я вас перебью в одиночку. Don't do it, Agnar. You, on the other hand, I will not let go. You've orchestrated all of this. You have caused me far too much trouble. Мы перебили ебучий форт. Не вздумай. He won't let us go. He is not a man of his word. Please, I have no choice. Just know this, Ingvar. You can kill me, but it will only be your undoing. My people will keep fighting in my stead, in my memory. And do you know why? It's because as their leader, I served them. A king is only as strong as his loyalty towards his people. You lie and trick your people. You are not a king. You are not worthy of the throne to Falskar. I help my people when they need me, and let them rule themselves when they don't. But above all, I defend them. I fought for them, and they will do the same for me. Та командуй же! There has to be another way! Oh, trust me, there is no other way. Не, ты отдал! Ты дебил! Ты дебил! Thank you, Agnar. Сука! I'll be going now. Goodbye. Kill. Блядь. Ну ты, сука, такой непредсказуемый, что пизда. Дайте мне... This is going to be fun. Погнали. Ладно. Я за лучниками. Сюда иди, сука. Добивай. Есть. Хорошо. А,
вон он. Ну чё, за ветром? Да что такое? Не мешайтесь мне, я быстрее все сделаю. Stand a chance. Давай, отваливай. Head back to Amber Creek. We haven't got much time. Ingvar has all five keys and probably knows where the heart is. If he gets to the heart of the gods, it will make him immortal. We are going to gather our army and end this once and for all. Согласен. Meet me back in Amber Creek. On the way there, Ulgar. Сейчас, секундочку, я только посмотрю, что у вас тут за бронька была. Черная кираса, блять, как мне это импонирует. Ладно, давайте заберем. В принципе, наряд обычный. Ну, сука, черная кираса. Так охеренно. Эгар, Thorlow and I will make a plan to head back to Amber Creek. We haven't got much time. Хорошо. Что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом я закончу сегодняшнюю серию. Бля, я уже понял. Спасибо. Спасибо, блядь. Я благодарен тебе за пояснение. Продолжим уже в следующей серии. Скорее всего, она будет последней. Но я не уверен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.